Я вышел, где сельская рутина и колхоз. Но как-то раз от друга я услышал, что есть такой вид спорта — мотокросс. Как только это чудо я увидел, к нему душой и сердцем я прирос. Ведь это ж самый зрелищный вид спорта под Грозным, под названием мотокросс. Ведь это ж самый зрелищный вид спорта под Грозным, под названием мотокросс. Здесь борозды копают не плугами, и грязь летит не из-под тракторных колес. Здесь грунт взрывают мощными шипами, и не до шуток здесь осел вполне всерьез. Здесь места нет трусливым и безликим, здесь прогоняют неуверенность долой. Здесь мотогоны все от мала до велика, и старым младцы как один выходят в бой. Здесь мотогоны все от мала до велика, и старым младцы как один выходят в бой. А мотогоны все как рыцари в доспехах, защита, шлем нужны как на войне. Ну да, чтобы они по бою до финиша доехать. Здесь каждый на железном на коне, а кони не гнедой и не буланный. На мосте их давно поменен астронавт. Здесь капитан чертяр окаянный, и Хонда рвет, но прям как сатана. Здесь КТМ чертяр окаянный, и Хонда рвет, но прям как сатана. Чезет, Ямаха, Кава и Сузуки, а ну держи в руках пожестче удила. Чуть больше накрутил и отрывает руки, чуть зазевался — сразу выбьет из седла. Здесь не профит, с характером и с норовом всерьез, и каждый проявляет силу воли в сражении под названием мотокросс. И каждый проявляет силу воли в сражении под названием мотокросс. Сергей Петрович Давидюку, пожалуйста, Сергей Петрович. Рады всех репатов в нашем месте, в прекрасном месте Новокахулка, всех участников новокахольчан, а також гостей міста. Я дуже поважаю цей спорт, оскільки він надає шикарний викид адреналіну. Тіло, і хочеться взяти і сісти за ваш, так мовити, байк, яким ви будете показувати дуже приємні речі на нашій трасі. Самі бачите, Бог милував, і ночі зійшов дощ, щоб ця траса стала більш-менш легшою для вас. Оскільки знаю, дуже багато людей відмовляються від участі на нашій трасі в зв'язку з її сложністю. Тому вітаю всіх в нашому місті, вітаю зі святом, святом адреналіну, і бажаю всім успіху, і покажіть найкращий клас, те, що ви можете. Дякую всім. Так, ну я думаю, що уместно буде дійсно услышать слова приветствия і від директора соревнования, непосредственно організатора, да і учасника, Дмитрий Ильин. Здравствуйте, мои дорогие гонщики, зрители. Все, кто участвовал в построении трассы, подготовке, это масса людей, которые провели здесь несколько недель в песке, колышки равняли, чтобы все было благоприятно. Хочу поздравить всех и объявить соревнование открытым. И предупредить зрителей, пожалуйста, не перебегайте трассу. Потому что в сегодняшних соревнованиях участвуют спортсмены международного класса. Скорость очень высокая. Даже не успеете моргнуть, как он переедет. Все. Веселый старт. Владимир Тарасов. Большая знаменка. Приветствуйте, дорогие друзья. Не стесняйтесь. И Ярослав Николаев. Новая каховка, дорогие друзья.
Равнение на флаг! Начнется в 11:40. Далее класс любителей в 12:10. Старт ветеранов в 12:35. В 12:55 старт 65-85 класса. Значит, у нас по кубатуре до 500 20 минут плюс 2 круга. Любители 15 минут плюс 2 круга. Ветераны 10 плюс 2 круга. 65-85 идут вместе, 10 минут плюс 2 круга. Все ясно? Ясно. Просмотровый круг вам нужен? Нужен? Всем? Значит, нужен просмотровый круг. Значит, поняли, ребята? В 11:40 первый старт. До 500 кубических сантиметров. Машины в зону ожидания. И ожидаем своего старта. Вторая серия, дорогие друзья, у нас начнется 13:15. Опять-таки классом до 500 кубических сантиметров. Ну и далее по расписанию. Так что не забываем об этом. Расходимся по зонам дислокации и готовимся к первому старту. И, дорогие друзья, поскольку у нас соревнования, естественно, не могут обойтись без спонсоров соревнований, хочу сказать, что дом марочных коньяков «Таврия», мягкий коньяк южных степей, ждет вас с дегустацией. Ну, кто, конечно, имеет в себе силы. Так что можете подходить, дорогие друзья, и опробовать. No.
Алексей Павлюченков, Одесса. 10-й номер Дмитрий Павлюченков, также Одесса, спортсмены 3-го разряда. 14-й номер Сергей Альбещенко, спортсмен 5-го разряда, город Николаев. 77-й номер представляет Руслан Горбаль, спортсмен 5-го разряда, Новая Каховка. Так, Роман Яшников, 65-й номер, спортсмен 5-го разряда, Каменка Днепровская. Так, 25-й номер Владимир Кулешин, Запорожье, спортсмен 3-го разряда. 3-й номер Сергей Заремба, 2-й разряд спортсмена, спортсмен из Славянска. 250-й номер Григорий Плющай, спортсмен 5-го разряда, Таврийск. Под 5-м номером Юлия Лысак, спортсменка без разряда, Таврийск. 71-й номер Артур Карцев, спортсмен 5-го разряда, Мелитополь. Из Славянска еще один спортсмен, 31-й номер, Сергей Морозов, спортсмен 3-го разряда. 52-й номер, Виталий Кот, Славянск. 314-й номер, Андрей Кузьмин, спортсмен без разряда, Новая Каховка. И Андрей Журавель, 510-й номер, спортсмен без разряда, также Новая Каховка. Дорогие друзья, это класс. Thank you.
Thank you.
Очередное у участника под 14 номером. Если и для нее это было затруднительным выступление. И в дальнейшем ей еще раз напомню, торговая сеть строительных супермаркетов «Властелин», директор Юрий Васильевич Власов. Ну, мало того, что именитого, именитым спортсменом, но и сильнейшим в своем опыте в выступлении. Ну и вот сейчас листнулись амбиции места в ходе выступления. Ну и теперь очередной старт у спортсменов. Все, внимание, минутная готовность. Еще раз напомню, 15-5 секунд падение стартовой машины возвести. Поредевший состав спортсменов уйдет сейчас на дистанцию кросса. А мастер спорта, готовящий того же и Дмитрия Чернова, и Дмитрия Цапа, Владимир Гук сейчас болеет за наших спортсменов, находясь в зоне старта. Спортсмены уходят на дистанцию. Тарасова как-таки выигрывает. Это уже ясно, на что будут претендовать спортсмены. Немножко внимания. Не так усердно болеем, Володя. Которое
принимали более 200 участников в отдельные годы. Метров 602 номер, 37 номер и номер 4 позицию 37 номер Андрей Бессонов. Итак, Владимир Тарасов, 471 номер. Помните, до 100 метров предыдущий круг, разрыв между лидерской позицией. На данную секунду, дорогие друзья, выигрывает Тарасов. Третья позиция, Левченко идет с четвертой. Более, будем говорить. Из интереснейших спортсменов, хотя по своей молодости может быть резким. Так, помните предыдущий круг, 180 метров разрыв между первой и второй позицией. В настоящем темпе Тарасов удаляется более 200 метров сейчас. Так, Бессонов тоже начинает удаляться от преследователей. Бессонову Левченко также отстает. 160 метров уже. Между третьей и четвертой позиции. Дмитрию Цапу приходится. Выступление далеко оттянулся сейчас. Дмитрий Цап, 611 номер. Молодой спортсмен, который приобретает. Уже есть ряд удачных. Участник под 37 номером, харьковский представитель. Проигрывает. С 60 метров откатился метров, наверное, на 80 назад. Четвертая позиция, 112 номер. Далеко отстав, 611 номер. Догонять тут уже не имеет смысла, какое место будет, такое и будет. Ну а Тарасов, помните, 400 метров выиграл на предыдущем круге. Сейчас посмотрим, что у нас будет происходить. Растянувшимся. Действия. Особых изменений не должно произойти. Я думаю, разрыв увеличился. Тут уже трудно даже сейчас подсчитать. Сейчас по времени попытаемся на следующем круге подсчитать отставание. Так вот, прекратить выступление за место. Я тоже понимаю. Хотя основное время выступления... Усталость спортсменов могут разрешить спор и в иную сторону. Так, я смотрю, что в своем выступлении Владимир Тарасов сейчас обходит в очередной раз участников по выступлению этого заезда и попытается сейчас еще пару кругов и, по-моему, старт в Комсомольске на Днепре. Владимир Тарасов, Роман Морозов и Дмитрий Османов. Падение того другого спортсмена и в то же самое выступление. Прекрасное выступление вторые и третьи позиции. Затем падение во втором заезде. Роман Морозов ведет класс.
выигрывают встречу. Тарасов вторым, Османову не везет. Он сходит с дистанции. Борщичев – это продолжение уже прошлого сезона. Также старт того же Дмитрия Османова, мастера спорта международного класса, представляющего Киевский транспортный университет. Больной зуб не дает в полной мере раскрыться таланту этого спортсмена на дистанции, которая действительно стала интересной и, так сказать, привлекательной для многих спортсменов. Итак, Тарасов обходит на круг участника, идущего на третьей позиции, Дмитрия Чернова под 623 номером. Так что, дорогие друзья, изменения в скоростном режиме имеют место. Участника по 37 номерам, идущего на второй позиции, обходит теперь уже на круг. Остальные участники отстают на круг и более от лидера этого объединенного старта. Так что готовьте свои аплодисменты. Владимир Тарасов придет на финиш, судя по всему, лидером первым. Так что готовьте свои аплодисменты в ожидающем сезоне. Еще раз напомню, поддержите участника под 511 номером. По крайней мере, он еще воспрянет духом. Я не думаю, что он будет делать изменения. У него не предвидится таких возможностей. Но, во всяком случае,
Объединенном старте. Я смотрю, что вторая позиция опять-таки занята. Участником под 49-м номером. Вот по диску. Пузанов и Сухоставки, по-моему, так спортсмены идут. А вот проиграв Кессонову, вторая, третья позиция. Сейчас в момент истины второго заезда. Я еще раз напоминаю, 10 минут плюс 2 круга. Будет
Бессонов. 49-й номер. Андрей Бессонов. Я смотрю, как перемещение Пузанов в 19-м. Лютый впереди. Всем такой номер. Все-таки в своей программе выступления. О, девочки увидели, танцуют. Ой-ой-ой. Детка же танцует. Профессор Плешнев. Малая на велосипеде, пошли вы все нафиг. На нее ты танцевал, что Валера. Вообще, такая снежинка, она в дух. Как раз это уже хватит. Городского головы Новой Каковки Сергей Петрович Давидюк. Участники побыстрее поприветствовали. Ну, в смысле друг друга.
И организаторам можете отдать аплодисменты. Чем быстрее, тем лучше. 150 кубических сантиметров. Второе место Вадим Карасюк. Первое место. Мастер спорта международного класса. Володя Тарасов, ты готов? Тогда Владимир Тарасов, дорогие друзья, приветствуйте! Так, дорогие друзья, класс хобби, любители. Третье место. Владимир Кулешин. Дорогие друзья, вы все видели драматизм событий, которые у нас развивали именно в этом классе спортсмены. Второе место Артем Костенко. Запорожье, Днепр. Так, и первое место Григорий Плющай, Тавриск. Так, дорогие друзья, переходим к ветеранам первой группы. Ну, с ветеранами у нас до последнего момента ребус, который трудно было разрешить. Но разрешили. Итак, третье место Андрей Лютый. Второе место, братья по классу. Александр Гайдар. Сашка, мы за тебя болели! Ну и в дополнение к этим молодым ветеранам, еще один молодой ветеран. Первое место Андрей Бессонов. Ну это старший. Андрей, лицо не закрывай, пожалуйста. Так, дорогие друзья, тут, наверное, будет уместно сказать так. Ветераны средней возрастной группы, они не совсем молодые, но не совсем старые. Вторая возрастная группа, получается, у нас третье место Сергей Сухоставский. Вот тут, друзья, второе и первое место. Тут судьба решала многое. Второе место Олег Шумило. Ну, а Сергей Пузанов был лучшим. Первое место, дорогие друзья. Новую каховку представлял Ярослав Николаев, класс 65. Ярослав, прошу. Ну, это самый молодой участник в нашем выступлении, дорогие друзья. И Сергей Альбещенко, класс 85. Два года разделило этих участников, но в принципе разделила и судьба выступления этих спортсменов.
Внимание! Не расходимся! У нас соревнование многоэтапное. Флаг соревнования не опускается, но равнение на флаг! Зрелище вам понравилось? Будете еще ожидать нашей встречи? До новых встреч! Ваши аплодисменты организаторам соревнований и спонсорам! Спасибо! До новых встреч, дорогие друзья! Get the ball.